и играть более честно, откровенно. Дальше-то я уже знаю, что Полина за этих 10 лет, она, ну, не только мамой стала, но она уже и достигла больших творческих высот. Лариса рассказывала, что она с Бондарчуком или с... Нет, она у Снежка. У Снежка, да. Вторым, да, режиссером на площадке, да, 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 в «Белой гвардии». Вот, то есть вот ты видишь, как у тебя преемственность... Она пока... училась у того же Вениамина Михайловича Ферстинского, который у нас был педагогом на курсе. Поэтому, да. Ну, то есть два артиста все равно способны родить артиста. Ну, конечно, безусловно. А тут как бы плеяда. У меня была даже ситуация, когда вдруг неожиданно понадобилась эффектная блондинка и младшую дочь. Она позвонила, и та приехала, вошла и сыграла. Младшая — это сколько? А младшая, она с 87-го, ей 27 получается, да? Я думаю, младшая — это там год, два, три. Нет, нет, нет. У меня, я же дедушка уже по Полине. Поэтому уже такие взрослые барышни. Ну, вот видишь, как вот вы, Бахари. Да. У вас так идет генное вот это вот продолжение творчества. У меня, понимаешь как, у меня дело в том, что у меня по линии отца и матери два священника. Я все время думал, откуда вот это лицедейство. Ну, представляешь, с 5 лет праздники, в школе там это каша Денискина, КВН. Оказывается, священники. Не знал, вот к 60-летию стал готовиться к своему, узнал, что, оказывается, два священника в роду. Скрывали всю жизнь, чтобы там, не дай бог, никаких репрессий не коснулось. Потому что отец, представляешь, отцу 9 лет, они из Томска бегут в Кемерово, из Кемерово они попадают в Новосибирск. С ложкой, со ступкой и с иконой. Вот все, что осталось от трехэтажного дома. И у него в подкорке, он мне перед самой смертью что-то рассказал в 96. Ушел из жизни отец, и вот он рассказал. Я сейчас стал это все через московских своих родственников. Торопчинова у меня по линии бабушки. И нашел там казацкие корни. Старший урядник в Сургуте, прапрадед. Поэтому как-то всегда меня к оружию тянуло, там, к саблям, к ножам. На охоту ходил с удовольствием, на рыбалку. А кино? Вот я смотрю, у тебя там фильмография есть, да. Фильмография. Вот твоя история в кинематографе. Этот самый Ширвинд и Державин, у них такая шутка была. Говорит, а вы кто? А я Вникадр Закадрович Неснимаемый. У меня 60 эпизодов. Макар Следопыт, наверное, там с пулеметом «Самая большая роль», со Срастоцким мы пересекались в кадре. Мне не везло на кинематограф всегда, потому что вот как тот же «Каморный», мы приехали, был такой фильм, правда, лейтенанта Климова, я играл капитана БЧ-4 подводной лодки. И мы приехали, и «Каморный» был с нами, Юра. Он взял гитару, стал петь, и пришли ребята и говорят, ой, слушайте, мы хотим вас пригласить в дом офицеров в Кронштадте. Он говорит, да. Когда придете? Он говорит, ну, я могу всегда. Когда надо, мы здесь снимаемся. Он говорит, ну, давайте на послезавтра назначим встречу. Он говорит, хорошо. Мы вас так любим, вы так на Тихонова похожи. Бах! Знаешь, его как кипятком обдали. Потому что его... А ведь есть что-то! Да. Я собирал артистов, правильно? Да, да, да. У меня было ощущение от Тихонова и от Каморного, да, одинаково. Да, только Тихонов снимался, а Каморного пробовали, а снимали Тихонова. При том, что он брал гитару. Ума моё в его уме! Он брал гармошку, он пел частушки. Он настолько был мужик, вот шумел камыш. Вот я песню от Хачинского получил, вот эти «Ходят кони», а Каморного получил «Шумел камыш». Поэтому я в кинематографе, я не знаю, ну не вышел я, понимаешь... Потому что я говорю, всегда рассказываю, прихожу, белогвардейский фильм, знаете, вы такой красноармейский, с усами, нет. Ой, знаете, у нас такой западный фильм, а вы такой русопятый. Не везло, не везло. Наверное, еще все впереди, лет через 20 начнут снимать, я думаю. Ну, давай, да, гитару возьмем, чтобы у нас не пропадали красивые, красивые фотографии. Пусть они идут, там учителя зажигают петербургские. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится,
Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, Ты все умеешь, я верую в мудрость Твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верует каждое ухо тихим речам Твоим. Как веруем мы и сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня. Вот смотри, на твоих фотографиях, о, Санька, тоже, да. Санька тоже. А этот, мы с ним вместе зажигали. Он это... тоже Деду Морозу иногда, да, бывает? Он позвонил мне и говорит, слушай, ты старинный Дед Мороз. Я Дед Мороз 70-го года. На первом курсе я вдруг узнал, что, оказывается, вот смотри, здесь сидит Йола Пуки, он же Санта-Клаус в красном, и в синем это святой Николай Мирликийский. Вот скажи, Деды Морозы, угу. Санта-Клаус и там образ один... Такой, да, уже все легендарный образ, да, все поколения будут их помнить, любить. А вот когда ты получаешь эту роль, одеваешь костюм, что в это время вот из набранного, что ты, вот что разжигает кровь, что перед выходом? А дело в том, что, понимаешь, это волшебник. Если я приду к тебе в костюме Деда Мороза, ты вдруг неожиданно на моих глазах станешь 5-летним мальчиком Толей. Понимаешь? Вот сила Деда Мороза, он нас всех опрокидывает в наше детство. Понимаешь? То ли это запах елки, снега, мандариновых корок, но мы все на Новый год, потому что вот эта вера в человеке, надежда, что вот Новый год, там, с 1 января я начну худеть, я начну заниматься зарядкой, я брошу курить, я побегу в спортивных тапочках по парку. Понимаешь, вот эта вот надежда, она жива в нас во всех. И поэтому это самый благодатный образ. У меня получилось так, что я порядка 40 ролей сыграл в театре, порядка 40 в Ленконцерте, и вот в введении праздников тоже, вот, ну ты видел там, то генерал какой-то там, то гусар. Вот Дед Мороз, он самый благодатный образ, потому что, ну вот я, например, вчера поехал в гости, меня пригласили друзья, и в финале праздника дети мне говорят, а мы тебе хотим спектакль показать. И 4 8-летних мальчика стали показывать мне спектакль, как жила дружная компания «Собачка», значит, «Волк» и «Мышка». И вдруг привидение пришло и стало делать всякие пакости. И тогда я взял, как Дед Мороз, танк, и мы расстреляли это привидение, потом оно опять возродилось, я его заморозил, а потом я его превратил в мальчика Егора. И уходя, этот мальчик мне говорит, «Дедушка Мороз, знаешь, мы тут сделали пирог, и я хочу тебе вот половину пирога этого дать, теплого, и 10 рублей. Я говорю, я на мегафон положу у Деда Мороза мегафон. Понимаешь, вот это настолько... Причем я понимаю, что там сколько Господь Бог мне отпустит, наверное, столько я и буду в конце декабря и в начале января Дед Морозом. Потому что, ну, это самое прекрасное, что может быть, потому что, ну, это волшебник. Это хозяин леса, он борется со злом, у него там то Баба-Яга пытается елку выключить, то там какая-нибудь нечисть. Но на Деда Мороза-то не учит ни Карагоцкий, ни там Фельштинский, никто не учит. Учит на Лаэртов, там, на Гамлетов. А раз и
однажды тебе говорят, одевай красный зипун. Нет, раздается звонок, и мне говорят, здравствуйте, это вам звонят из детского сада, куда ваша Полиночка вот пришла. И ты рапиру сразу раз в угол поставил. Месяц назад. Вы знаете, у нас, да, нам понадобится Дед Мороз 24 декабря. Я говорю, ну, знаете, я могу прийти, конечно, а что делать, я не знаю. Они говорят, вы не волнуйтесь, у нас вот два музыкальных руководителя, вот входная ария Дед Мороза, вот загадки Дед Мороза. Самое смешное, что Полина на этой елке, она бегала по полированному полу, они там танец снежинок, и она сломала руку, упала, и дальше она до конца праздника бегала вот так. А я сидел под елкой, я понимал, что с ребенком что-то случилось, и я не мог ничего сделать, пока я не отыграл елку, пока я не разделся, гумоз, парик. Сели, приехали в Раухвасы, закрытый перелом руки. Понимаешь, поэтому на Деда Мороза учат твои дети, тебя начинают. Знаешь, там есть такая история, первая стадия старения. Наши дети начинают давать нам советы. Вторая стадия старения, мы сами просим советы у наших детей. Нормально. Ну вот у тебя есть минута, есть у тебя что-то, куплетик какой-то такой... исполнить что-то нам. Я хочу вот прочитать такое замечательное стихотворение. У поэта соперника нету ни на улице и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, а о себе. Руки тонкие к небу возносит, жизни силы по капле губя. Догорает, прощение просит. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено. Сделано дело. Вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было для вас, нынче ваше. Все для вас посвящается вам. Друзья мои, это был у нас сегодня в гостях был петербургский артист театра, кино, эстрады, шоумен, хороший человек, поэт. Александр Бахаревский, друзья мои, потомок Бахарей сибирских. Это точно. Спасибо, что были с нами, и спасибо, что дозвонились до нас, кто смог. Там через неделю встретимся, наверное, здесь же, в этой студии, и еще о чем-нибудь хорошем поговорим с хорошими людьми. Спасибо. 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 С наступающим. Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана – это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана – это баловень судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале «Вот».